Стратегия для бинарных опционов GoldSniper Master была специально разработана для торговли металлами и индексами. Особенно впечатляющие результаты она демонстрирует на рынке золота. GoldSniper Master работает по следующему принципу. С помощью набора индикаторов определяются зоны перекупленности и перепроданности, и после пробоя этих локальных уровней с последующим безоткатным движением цены от пробитого уровня открываются сделки в направлении основного тренда на участке возрастающей волатильности. Индикаторы стратегии GoldSniper Master устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно. А кто еще не знает, как это делать, ищите ссылки на инструкции по установке в описании под этим видео. Эта стратегия идеально подходит для биржевых инструментов, котировки которых имеют способность стремительно изменяться под воздействием внешних факторов, новостей, публикации макроэкономических показателей или квартальных отчетов о прибыли. К таким в первую очередь относятся индексы Dow Jones, SP500 и золото. Поэтому трейдеры, пожелавшие воспользоваться всеми преимуществами GoldSniper Master, должны в первую очередь обратить внимание на эти инструменты. Настройки и описание индикаторов стратегии GoldSniper Master. Индикаторов и их персональных настроек в этой стратегии очень много, и мы настоятельно рекомендуем трейдерам самостоятельно ознакомиться и протестировать каждый инструмент стратегии для правильной настройки и использования в торговле бинарными опционами. Не забывайте тестировать любые индикаторы обязательно на демо-счету, и это наша самая важная рекомендация для всех трейдеров. А в этом обзоре мы рассмотрим несколько индикаторов GoldSniper Master. С помощью канального индикатора TMA Bands определяются зоны перекупленности и перепроданности, а также общее направление курсового изменения финансового инструмента. В качестве фильтров, подтверждающих разворот и зарождение нового импульса, выступают подвальные индикаторы Jockey Filter и TVI. Растущее значение TVI на фоне голубых баров гистограммы Jockey Filter, импульс к росту и возможность для покупок бинарных опционов Call. Падающее значение TVI на фоне красных баров гистограммы Jockey Filter – покупка бинарных опционов Put. Для открытия торговых позиций в наиболее активные часы работы рынка комплект индикаторов дополнен рисовальщиком сессий iSessions. С его помощью на графике подсвечиваются европейская и американская торговые сессии, а также время их совместной работы, наглядно указывая трейдеру на наиболее благоприятный временной интервал для заключения сделок. Чтобы исключить неоднозначность трактовки сигналов, GoldSniper Master имеет в своем арсенале стрелочный индикатор Brain Trend и кастомный индикатор FL03, которые отображают на графике голубые и желтые точки. Для оценки общего направления в анализируемом инструменте используется индикатор Signal Bias, отражающий тенденции разных таймфреймов от M5 до D1, а также Feru FX Multi Info – мультиинформационная панель, сообщающая о динамике нескольких технических индикаторов по одному активу. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов GoldSniper Master. Условия покупки бинарного опциона Call. Появляется голубая стрелка Brain Trend. Появляется синяя точка FL03. Гистограмма первого подвального Jockey Filter голубого цвета. Бары второго подвального фильтра TVI повышаются. Не всегда показания стрелочного индикатора Brain Trend будут возникать на одном баре с точкой от FL03. Главное дождаться двух этих индикаторов и покупать соответствующий опцион на закрытии бара возникновения сигнала точки от FL03. Условия покупки бинарного опциона Put. Появляется красная стрелка Brain Trend. Появляется желтая точка FL03. Гистограмма первого подвального фильтра Jockey Filter красного цвета. Бары второго подвального фильтра TVI снижаются. Заключение. Несмотря на обилие индикаторов в торговой системе для бинарных опционов GoldSniper Master, финальное решение о покупке опциона Put или Call принимает трейдер. Поэтому не следует слепо открывать сделки только потому, что появился сигнал индикатора. Стратегия GoldSniper Master – пример комплексного подхода к анализу рынка.
Помимо самих сигналов на открытие позиции, разработчики добавили целый набор аналитических инструментов, которые не просто формируют четкое представление о балансе спроса и предложения, но и помогают понять общую динамику торгуемого инструмента на старших таймфреймах. Таким образом, стратегия для бинарных опционов GoalSnipe и Master – набор толковых методов анализа рынка, проверенных временем для торговли, в первую очередь золотом. Оптимальные таймфреймы для работы с ней – M5, M30. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов этой стратегии на демо-счете. И не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы ищите в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!